Нурсинья Джалмалдинова стала счастливым обладателем путевки на молодежный фестиваль в Китай. Для этого она сходила на выборы и сделала селфи с бюллетенем, выложила в Инстаграм и стала участником конкурса, организованным Самарским домом молодежи. О том, что станет победителем, девушка даже и подумать не могла, а теперь пакует чемоданы. Я безумно счастлива, господи, я даже не верила, что это возможно. Вообще я не собиралась в нем участвовать. Я пришла на выборы, я сделала селфи просто для себя. Ну, потому что я всегда делаю так. Отправила подруге, она говорит, а почему ты не хочешь поучаствовать? А я отвечаю, да у меня шансов-то нет, мне кажется, что там победить просто нереально. Победители определили очень просто. Та фотография, которая собрала больше всего лайков, то есть голосов, и становилась призовой в той или иной номинации. Цель конкурса – призвать молодежь голосовать на выборах, по мнению организаторов, достигнута. Мы не ожидали такой активности и участия такого большого количества молодежи в данном мероприятии. 3500 селфи было выложено в результате данного конкурса с хэштегом «Выборы селфи» в социальной сети Инстаграм. Не обошлось и без ложки дегтя. В период проведения конкурса в избирком поступило две жалобы. Заявители ссылались на то, что данным конкурсом нарушаются требования избирательного законодательства, связанные с запретом на проведение лотерей в период избирательной кампании и игр, основанных на риске. То есть, по-моему, вполне очевидно, что здесь ни о какой лотерее идти быть не может. Без подарков не остались те, кто не добрал лайков до главного приза. Победители в номинациях получили билеты на представление цирка «Дю Солей», новый телефон и фотоаппарат. Роман Харасов, Андрей Тишин, специально для 63.ру.